Сереж, не показывай, я же снимаю. Ты уже снимаешь? Да. Он на меня. А вот и мама. Да меня будет снимать. Ну иди, иди ты так к бабушке с дедушкой. Иди, Игорь, сюда. Иди, Гребушки. Сереж, ну-ка расскажи стихотворение какое. Поближе. Поближе, садись. А Катя? Опа. А Катя кушает все. Катя. Ну давай, рассказывай. Говорите? Да. Вот раз шапка в руку облетела, мой корабль в стрелке, как скачет игрушка за мной. Там просто прокатик. Хорошо. Молодец. Игорь, Игорь, давай рассказывай. Игорь. Игорь, совсем все забыл. Друг охотник. Прямо в лесу. Пис пас. Не попал. Ой-ой-ой. Молодец. А мы знаем другую. У нас пиф-паф не попал. Серый зайчик убежал. Считал. Думаю, это раньше просто такой. Да, я помню. Я думаю, сейчас подумал, знает. Катя, вкусно? А закрой дверь, Сереженька, посмотреть на Катю, чтобы нам было видно тоже. Как она аппетитно кушает. Катя дорвалась до торта. У папы с нами. Наелись они? Так, ну, ребята, счастливо. Дайте вам поцелуй. А вы не показали квартиру своим родителям, как вам демонтировали? Нет. Они же не видели, какая была. Они не видели, какая была. Ничего не видно. Они приезжали? До свидания. Так, ты вот видишь, не видишь. А ванну-то у меня. Ну, я очень рада, что мне там свою ванну сделали. Ты моя?